Так плодоносит Джи Дульчерет. Сегодня 28 сентября, конец сезона. Смотрите, что творится. Смотрите, сколько плодов. Это я уже снимаю пятый раз. Пятый раз с него снимаю. А он все вяжется. Просто нереальное количество перца. Самый высокий урожайный. Вот смотрите, маленький кустик, гляньте. Сколько на нем? Так это же с учетом того, что я уже сколько снял с него. И вот обрезал его, чтобы он уже листочки начинают желтеть, уже все. Уже холодно. На улице 4 градуса. Видите, как плодоносит. Просто нереальное. Нереальное количество у него. Тут у нас одного куста, я говорю, ну тут я не знаю, ну штук 80, наверное. Под 90 штук висит. И снято уже было сколько. Это просто супер сорт. Для огорода это просто незаменимо. Вот это я собрал с трех кустиков. Еще вот висят, еще зреют, дозревать будут. Смотрите, сколько еще висит тут их, елки-палки. В общем, плодоносить будет еще. Очень высокоурожайное, очень большое количество еще. В общем, то, что не дозрело, я не собираю. Видите, вот, целая куча их еще. Просто суперсорт. Так что выращивайте у себя его дома. Всем пока.